Приветствую всех, друзья. В общем, сегодня у нас суббота ночь. Побыл в Массачусетсе один денек. И к моему великому удивлению, я в субботу нашел себе груз. Так что я забукал груз. Завтра у нас воскресенье. Ну, как бы сейчас ночь на воскресенье. То бишь сегодня утром, скажем так, я буду грузиться и поеду на Норт Колорадо, то есть Северная Каролина. Сейчас я нахожусь в Нью-Хэмпшир, это самый северный штат, ну, один из самых северных штатов, значит, этого восточного побережья Америки. Чуть выше Массачусетса. Здесь сегодня был снег. Весь день дождь шел в Массачусетсе, а здесь наверху снежок порошил. Так что немножко навалило. Не навалило, а так насыпало слегка снежка. Мне осталось ехать буквально полчаса. И я на месте. Где-нибудь там найду место приткнуть. Надеюсь, очень на это. У частных людей буду забирать. А этот... дом-прицеп. По-нашему его называют RV, Recreation Vehicle. Вот. Ну, завтра покажу загрузку, все дела, все покажу. Так что, можно сказать, начинаю неделю с воскресенья. Буду работать дальше. Надо декабрь поработать до праздников. Ну, а потом у нас в декабре Рождество, в России в январе. Поэтому будем отмечать декабрьское Рождество, Новый год. Отмечать будем январское Рождество. В общем, будем праздновать праздники. Праздники – это хорошо. Общение с семьей – это всегда прекрасно. Так что наблюдайте, смотрите. Что к чему и как. Ну а я потихоньку буду продвигаться дальше. И завтра покажу вам загрузку. Фух! Ну вот я добрался до зимы, народ. Наконец-таки. А то все уже там ездят по зимним этим дорогам, а я никак не доберусь. Чуть-чуть по снежку проехал, маленько. Но интересно, прикольно. Чуть-чуть запорошило тут. Он мокрый такой, знаете. На улице не холодно. Ну как, минус 2 где-то. То есть ерунда. Все горит. Все светится. Ну все, отбой. Пойду спать. Время 2:30 ночи. 10:11 завтра приедет Тоутрак на загрузку. Я буквально здесь 10 минут от места загрузки. Так что мне спокойной ночи. Так, ребята, в общем, я приехал уже на загрузку. Прямо на дороге стою, другого здесь варианта нет. Хорошо, что я ночью сюда не сунулся вчера, здесь я бы негде, просто ночевать было бы. Здесь буквально, говорю, 10 минут я находился отсюда. Значит, забираю я вот тот. Вон он, орвишка. Плохо видно, но из-за кустов. Ну, вы видите, потом сниму. Забираю орвишку, значит, стоит он на траве, подъезда к нему нет. Сейчас мы ждем Тоутрачок. Они должны приехать. Или его лебедкой вытянуть, или этим зацепить его, вывезти. В общем, они его вывезут и ко мне на прицеп загонят. Так что вот такие вот дела. Это бабушка здесь живет. Ну, здесь живет дочь ее и мама, да? И мама переезжает в Северную Каролину, в теплые края, ко второй своей дочери. Поэтому она перевозит свою орвишку. Вот, так что
Я сейчас буду завтракать и ждать тоу-трак. Опася, мужик пошел во все тяжкие. Он зацепил этот огромный RV своим маленьким фордиком, рейнджером. Но, наверное, он забуксовал. Пойду я посмотрю, чем я могу ему помочь. И чувствую, что он просто хочет вытащить его оттуда и не париться. А я заинтересован, чтобы быстрее это все сделать. Пойду погляжу, может быть, я чем-то могу помочь. Так, смотрите. Что, попробуем? Вот сюда надо раз и выехать. У него, знаете, у него большой шанс, что получится. В общем, что сделали? У него полностью это, просело это. Что это летает? А, утки, ничего себе. Или не, это не утки, что это было? Я забыл, как она называется, эта птичка. Большая. А, в общем, он подложил под рессоры блоки деревянные. Если они не выскочат и не лопнут, тогда у него получится, потому что драчок шестицилиндровый и полноприводной. По сути, должно пойти. Сейчас будем пробовать. Ну что? It's perfect. You're good. Давай, родной. Пошел. Сейчас забуксует. No, he's good. He's doing good. Look at that. Красавчик. Perfect. Look at that. We just saved 150 or what? $125. Yeah, you're going to show up anyway. Exactly. He's got to pull out. Yeah. $125 хотели взять за то, чтобы вот так вот вытащить. No, it's perfect. It's doing excellent. Excellent. Look at that. Ranger. Yeah. Unbelievable. I say we sell the farm and buy a truck and Такие классные люди, я вам говорю. Все, я расцепляюсь, будем пробовать завозить. У нас проблема то, что он сильно длинный. Но сейчас будем думать, что придумать. Так, он уже сдает назад потихонечку. Я расцепился, сейчас будем пробовать загонять так, чтобы на задний дек хвост попал. Ну, что получится, то получится. У меня та камера, как я уже говорил, не рабочая сейчас. Поэтому я чуть-чуть сниму и буду смотреть, чтобы он ровненько сдавал, ему помогать буду. И вряд ли получится заснять интересно, но, к сожалению. Рейнджер сдох, ребята, раму загнули, прикиньте. Сейчас будем вот этим зверем цеплять. Это как бы тоу компания приехала, по сути. Но теперь проблема то, что он высокий очень. А прицеп уже касается моего прицепа. Надо будет сейчас этот опускать ниже. Оп! Так. There you go. Прикиньте, у него загнул раму на трачке. Он просто сдавал назад, сдавал, такой шлеп. И все, и трачок поехал вниз. Не осилил. Как бы движок тянул, а этот не тянул. Теперь попробуем этим зверем. Получится, не получится. Кто его знает. Все это очень сложно. Just like that. Да, этот рычаг посильнее, конечно. Надеюсь, что... Keep going like that. Что пройдет здесь сзади. Все, загрузили. Смотрите, ребята. У него мощный движок, он толкал назад, и просто машина сдалась. Видите, как она вздулась? Вот так. У него вот здесь вот загнула раму, смотрите.
Вот оно, место, где загнул раму, вырвал амортизатор в обратную сторону. С той стороны вроде рама цела осталась, ну и вырвала болты на раму, на кузов. Но он ржавый уже. Ну ничего, он еще будет ездить. Мужик вообще обалденный, я вам говорю. Такой прикольный мужичок, вообще ему по барабану. Видите, как он стал? Сдулся. Бедняжка. Слишком мощный двигатель. Рессору выгнуло тоже в обратную сторону, видите? И здесь раму тоже загнуло, вот где лопнуло. Не лопнуло, а где как бы ржавчина отвалилась. И все. Ладно, погнали. Смотрите, какая красота после вчерашнего снега. Обалдеть. Просто красотища. Вай-вай-вай. Зима. Красавица зима. Вот и все, я загрузился. Надеюсь, завтра разгружусь и что-нибудь найду себе. Теперь потихонечку пилить Северную Каролину. Как же круто смотрится природа, когда она покрыта вся в снегу и на нее светит солнце. Просто реальное серебро. Настолько красиво. Ребят, продолжайте писать в комментариях, показывать все, как питаюсь и все такое. Ну, все просто. Авокадо, помидорки, колбаса с русским хлебом. Ну, это я заехал в русский магазин, поэтому у меня есть колбаска, сыр. Так в основном я не ем это, потому что не всегда попадаю в русский магазин. Вот такая вот колбаска. Ну, хлеб, все, чай, киношка. Ну, а здесь у меня тортик и... рулетик с чаем буду. Ну и квас есть как бы такое. Вот так вот обедаю сегодня я. Сейчас обедаю и попер дальше. Вот я в Нью-Джерси. Там сзади остался Манхэттен, но снимать его смысла нет. Он нам, ну, ничего нормально не видно. Качество съемки хлам ночью. Поэтому... но очень красиво в реальности. Когда смотрите реально глазами, это бомба. Смотрится так впечатляюще. Ну, дороги здесь всегда были убитые. Нечего ожидать хорошего. 95-я на юг. И все, теперь по 95-ке до самой Северной Каролины. Ехать там часов 7, наверное, осталось. Сегодня, надеюсь, еще часика. Бум-бум-бум-бум-бум. Наверное, часиков 5 проеду. Остальное оставлю на завтра. Посмотрим, как пойдет. Лучше здесь все штурмовать ночью, потому что завтра понедельник. Это будет жесть. Все будет забито просто страшной силой. Проехать бы сегодня в Washington DC. Там пониже запарковаться. Ну как в туннеле не врубить Джейк?
аварии правые три линии закрыты, поэтому я самую левую стал. Тут она буквально вот недалеко, сейчас раз-раз и проскочим. Люди бестолковые, вот те, которые лезут в правый ряд, они не видят знаки, висели такие борды большие, и там было написано, что правые три линии закрыты, авария, туда-сюда. А они все равно вылазят с левой линии и прут туда, и потом под нос аварии лезут. А потом сейчас влазить обратно, и поэтому и создается пробка. Сейчас бы все тык-тык-тык на левую линию и проскочили бы уже давным-давно. Ну ничего, здесь все равно рядышком, так что ничего страшного. Сейчас буквально 10 минут, если даже, и проеду. Ну, давайте, ребятки, лезьте в правый ряд и стойте там. Подъезжаем уже к этой аварии. Один, второй, третий. Походу, ребятки гонялись. Вашингтон DC, видите? Монумент. Ха-ха, прикольно. Welcome to Virginia! Заезжаем в штат Вирджинию. Вот так-то вот я пересек Вашингтон DC. Еще чуть проеду и лягу спать уже. Как бы большие города я проехал, чтобы мне утром не долбаться, не дергаться по пробкам. Сейчас чуть-чуть отъеду от города и можно спокойно ложиться спать. А завтра уже там только Ричмонд большой город будет, но его проскочить будет не проблема. Время сейчас только 20:12, то есть еще часика полтора и на боковую. Так вот вылазит прям перед носом с фривея, то есть на фривей. А, ребята, я уже еду сегодня. У нас понедельник, утро. Всем еще раз привет. А, снежок сорвался в Вирджинии. В общем, не снимал. Вчера реально уставший был, сразу спать завалился. Утром еле проснулся, тяжело что-то. Не высыпаюсь. Пораньше надо вставать, чтобы груза искать. Я еще и себе, и отцу. И ехать. Но, что я вам хочу сказать. Значит, я сейчас еду Ричмонд, Охайо, Ричмонд, Вирджиния проезжаю. Сейчас я буду заезжать на дилерскую, на Питербилт. У меня... Вчера пропала крышка баков. Я не знаю реально, что с ней произошло. Или я когда заправился, забыл поставить ее. Или же, когда я тормозил на Рестерию, у меня ее смолындили. Я не знаю реально, что произошло. Но если бы я ее забыл бы поставить, когда... Забыл бы поставить ее, когда заправился, то у меня бы очень много соляра разлилось, потому что я баки заливаю до самого горлышка. А ее не так много разлилось. То есть это говорится о том, что уже с бака немножко ушла соляра, а потом начала ее разбрасывать. Походу, кто-то у меня ее свистнул. Ну, не буду утверждать, потому что не помню. Вот представьте, реально не помню. Всегда останавливаюсь на любой остановке, обхожу трак по кругу. И столько, как бы, крыло, бак, все в соляре. Я бы сразу заметил, я только вышел, когда на ночь остановился, только вышел из трака и сразу увидел, что все в соляре. Поэтому
я бы 100% увидел бы, что все в соляре. Значит, ее свистнули, когда я был на растырии, потому что я вначале выхожу с трака, обхожу его, потом иду по делам по своим. А когда возвращаюсь, не обхожу в очередной раз. Просто прыгаю и пошел. И получается, что если ее свистнули, то я не заметил, потому что я не обходил трак. Ну да ладно, свистнули, значит свистнули. Она без замков, без ничего. В общем, соляра там вся поразлилась. Крыло все залило, бак весь залитый солярой. Я вам покажу. Сейчас я доеду до тракстапа. То есть до дилерской, куплю крышку и вам засниму. Я туда засунул бутылку с тряпкой и обмотал ее целлофановым пакетом. Просто туда ее как чопик забил. Надеюсь, она не это. Если вывалится, не страшно. Главное, чтобы она туда не провалилась. Потому что потом вылавливать оттуда бутылку, тряпку, целлофан — это будет реальная проблема. Будем надеяться на лучшее. Тут буквально полчаса до дилерской. Ну, я уже подъезжаю, уже не так много осталось. Было от тракстапа до дилерской полчаса. Вот, смотрите, вот это все было соляра. Вот тут соляра была, вот тут соляра была. Но она сейчас все мокрая от дождя. И вот это все крыло в соляре. Вот так вот я ставил туда. Ну ладно, пошлите. Сейчас. Тут у нас все нормально. Все четенько. Пошлите сейчас это. На дилер куплю крышку эту и поеду дальше туда, южнее. Там должно быть нормально, без всяких снегов и всего такого. Надо будет пройтись хорошо, проверить трак. Так, ну что, вот она, крышечка. Peterbilt. Сейчас закроем fuel tank. И будет красота. $95 и 17 центов, ребят. 95 баксов. 97. Нет, вру. 95 и 17. Так будет правильнее. $95 и 17 центов. Это жесть какая-то. 95.17. Fuel cap with lock. 89 плюс налог. Итого 95 баксов. Ладно, по демагогии. Надо мусорку найти, теперь выкинуть эту байду, потому что она промокла в соляру. И будет вонять. Ее в трак нельзя ложить. Я, наверное, сейчас кину себе в этот. У меня здесь есть такая классная эта штучка, специально мусор собирать. Смотрите. Вот так. Раз туда. А потом на тракстапе в мусорку выкину. Какая красота! Як новая! А та уже старенькая. Все, погнали. Так, ну что, подъезжаю я уже к разгрузке. Осталось буквально полчасика ехать. Вот, значит, они должны были в 6 разгружать, потому что не было трачка. Ну, я сказал, что мне надо ехать на загрузку, поэтому я не могу сидеть ждать. Так что мы договорились, что они экскаватором разгрузят. Все будет нормально. Ну, надеюсь, что будет нормально. Так что я лечу. Время только 2 часа. Сейчас разгружаюсь и погнал на загрузку. Я уже взял себе груз. Поедем на запад. Колорадо, Денвер, Колорадо. Отца я тоже загрузил. Он сейчас будет загружаться и на Коннектикут пойдет. Пока его диспетчер приболел, я гружу его. Так что денек хороший, все четенько. Все хорошо. Поля, поля.
фермерские места здесь. Я уже все практически приехал, полтора километра осталось по улице, потом налево и все, я на месте. Такой райончик бомжатненький, мобилхомов очень много, хлама всякого. Чайки? Чайки на полях сидят. Чё они? Интересно. Вот мусор, видите, валяется. В одном месте там вообще прям засыпано все мусором было, и знак стоит, нельзя выбрасывать. $1000 штраф. Карту надо будет проверить. Так, друзья, все. Как раз мы с этим мужичком вместе ехали в одно и то же место. Прям на дороге разгружаемся. В общем, они экскаваторчиком вот таким вот маленьким сейчас снимут его. Надеюсь, что все получится нормально, без всяких эксцессов, потому что неохота сейчас здесь ушатать все и потом стоять ждать чего-то непонятного. Так что сейчас он цепляет и будет пробовать тянуть его. Потому что она весит 8000 паунтов, 4 тонны, а этот драндулет весит 3000 паунтов, то есть 1500 тонн. Все, дело пошло, ребята. You're good. You're good. It's an old machine, it's sloppy. В общем, потихонечку, потихонечку, тракторочком. Wait a second, let them, the car pass. Perfect. Все. Perfect. Все, вот так и сняли. Четенько, без каких-либо эксцессов. Все, ребятки, спасибо вам за просмотр, за комментарии, за оценки, за все. Огромная благодарность. Я собираю свои цепи, погнал на загрузку. Следите дальше. Следующие серии поедем на запад. Так что такие дела. Всем огромное спасибо. Всем пока.